готовы меня слышать? Я могу говорить, да? Да, да. Итак, мы с вами, я буду говорить не очень громко, хорошо, поэтому, пожалуйста, сильнее. Мы с вами подошли к церкви, которая называется Церковь Введения Божией Матери во храм. Это храмовое здание строилось на протяжении 5 лет, освящено в 1882 году. Построено на деньги купца Охлобыстина. Когда он узнал о своей смертельной болезни, он решил поставить свою свечку Богу, как тогда говорили. И вот эта церковь поставила на месте обветшавшей кладбищенской часовни. Церковь Погост кладбище, как бы это являлось восточной границей города.